Всем здравствуйте, спешу вас познакомить с нашим клиентом Елена. Елена, здравствуйте. Елена купила у нас вот этот яркий, прекрасный автомобиль. Ну и, Елена, расскажите, как вы к нам попали и впечатления свои. Ну, я к вам попала через сайт, задала в поиске Google информацию купить автомобиль в Новосибирске и попала как раз на ваш РДЛ. Впечатление меня очень сильно порадовало ваш менеджер Виктория Шабанова. Прям ей отдельную благодарность выражаю, потому что у меня были достаточно серьезные требования к автомобилю. И очень много автомобилей мы с ней пересмотрели, обсудили. Она очень ответственно отнеслась к своей работе, к подбору автомобиля. В итоге я осталась очень сильно довольна, несмотря на то, что мы с ней потратили достаточно много времени. Ну, отлично. Может быть, у вас есть какие-то замечания, пожелания, что-то может улучшить нужно в нашей работе? Да, в принципе, нет. Меня устроило. Единственное, что мыть машину было бы хорошо. Ну, понял. Ну, мы вас поздравляем. Спасибо. Приходите к нам еще. Хорошо. Ну, все, всем пока. Всего доброго, до свидания.